Как сообщал Херсон Онлайн ранее, вора в законе задержали на Херсонщине. Стало известно, что представитель верхушки криминальной иерархии по кличке Рубин Ивановский отдыхал в одном из ресторанов Новой Каховки в компании местного жителя. На выходе его и взяли под руки сотрудники областного угрозыска и полицейского спецназа. По словам Рубена Ивановского, в Новую Каховку он приехал навестить проживающую там подругу. Вор в законе является гражданином Российской Федерации и находится не только в розыске Интерпола, но и в государственном. Как и где он пересек границу Украины, еще предстоит установить, рассказал автору этих строк начальник Главного управления национальной полиции Херсонщины Александр Прокудин. Въезд в Украину 54-летнему Рубену Ивановскому запрещен. Поэтому решается вопрос о его передаче российским властям.